О, троллик. Алекс Бегеев. Когда Боровой наконец заявит о незаконности путинского бюллетеня на выборах? Немцов отказался заявить, позарился в 2009 году на Сребренике, расстрелян. Вин Великой отказал заявить, не зарилась на наследнике, убита. Константин Натанович, есть над чем задуматься. Алекс, ну, вот таких открытий их очень много. Вот у меня тут ходит один, тоже тролль, но не пропагандист, как и вы, тролль. Говорит, вот когда Боровой наконец заявит, что нужно менять Конституцию, нужно требовать не президентскую республику, а парламентскую. Но это не очевидно, я с этим... не могу согласиться там безальтернативно. Бюллетень, ну не в бюллетене же дело. Он может сегодня, может себе позволить любой бюллетень, и бюллетень с голосованием против всех. И будет это 1/10 против всех, потому что они никого не интересуют, как народ голосует. Они выдают данные те, которые им нужны. Не в этом проблема. И не за это расстреляли Немцова и, как вы пишете, Вин, Валерию Ильиничну, Новодворскую, Великую. Ну, почитайте ее, посмотрите. У нее более широкий взгляд. Не... Там не было попытки там обвинить Алекса Бегиева в том, что он там чего-то не понимает. У меня тут один из друзей вдруг появился, который начал всех обвинять. А, не буду говорить, кто. И Трамп плохой не понимает. И Боровой там что-то не понимает. И Лиля, значит, замечательный эксперт Шевцова, написала прекрасную статью. Аналитическую, глубокую. Вот Лиля тоже не понимает, а он понимает. Но это смешно. Народные эксперты. Один из... Одно из отделений это Навального. Пиарся делал это. Такой, основанный на негативе. Значит, они